Гами с Нагенгом. Нагенги, поехали. Быстренько задушим петушков. Закукарекали в чатике. Закукарекали. Ребят, вот на самом деле все у всех так просто. Ой, да я бы там пикнул, да я бы там изи. Ой, как сколько вот этого срача я переживаю за последнее время. Это просто невозможное. Невозможное количество вот этого срача. И типа... Хз. Уже, если честно, подустал я от этой темы. Ребят, ну неужели вы думаете, что вы настолько скиллованы, что можете позволять себе говорить, что там, ой, я бы там зашел бы там в команду, в твою бы команду, там, как я играл, вот, ну, то есть к чему это все говорю, я играл недавно с Азой, нас развалили просто в ноль, я играл с подписчиками. В первой игре Кунка не качал крест, потом там, там Тини лагал на миде, пошел туда-сюда, то есть получается я и сыграл все игры в плюс КДА. Для меня это более чем нормально, потому что ребята, типа... Вообще отвратительно сыграли, если честно, за команду. Но я и не пикер, я особо не шарю. Я могу что-то подсказать, а так, в принципе. Так, в принципе, хз. Вот, и к чему это? Очень много ребят в чате писало, типа... Ой, там, слабая ЗЕС, да я бы там лучше. Ребят, вы понимаете, что у вас нету опыта даже пытаться... Даже процентов 30 играть от того ж, от что я отыгрывал я конкретно. Потому что, во-первых, первый момент, это спасибо за подписку, это первый момент. Второй момент, что топ ТБ это совсем другой уровень игры. Это совсем другой уровень игры. Это не Кунка со вторым спеллом, это не... Это не Кунка со вторым спеллом. Это не Тини, который лагает на миде и фидит мидера. Тем более там мидер не один КПТС игрок. То есть, понимаете, это совсем другой уровень игры. Тут ошибки по минимуму нужно. То есть, допустимо ошибки только по минимуму. И все. То есть, по-другому тут никак. И те люди, которые пишут в чате, вот это типа, ой, да там изи. Ой, меня не пустили, там какие-то раки, лохи. Это все выглядит так просто. Но... Как правило, вот в прошлой игре, самая крайняя игра, на Урсе чел был, он, как он написал? Го, я изи там сейчас, изи разнесу. То есть в итоге заходит и обсирается 1-4-1, он ушел с мида. Его даже в принципе не гангали, когда он вот тут на руне стоял, бился просто с алхимиком, когда в ультимативной алхимик. И то есть просто банально как дурачок файтился, понимаете? То есть тут сразу видно, что уровень... данного игрока немного отстает от его моральной вот этой вот подготовки, которая вот он говорит, я все, я настроен, я иду душить, а хопа и обсирается, понимаете? То есть это не работает так, как вы думаете. То есть я пойду, я возьму, я сильный, а на самом деле обсирайтесь, потому что нету опыта в таких игр. Я отыграл таких игр очень много, я играю в эту игру в принципе с... Какого? Я играю с 6 сезона. В 17 сезоне уже что-то долбился в топы. Кольца, не кольца. По-моему, в 15 сезоне уже были кольца. То есть, соответственно, для меня это более чем уровень. И, соответственно, того, чего я добивался, половина из подписчиков, да даже не половина, там 99,5%, не подумайте, что ЧСВ, но это реально правда. Это реально правда, что я добивался вот таких успехов и отыграл от этих игр просто уйму. И, соответственно, опыта у меня хватает. Я знаю примерно, что по пикам. Это, то есть, то, что мы вчера играли ценки, это примерно те же самые РДТБшки. Примерно те же самые РДТБшки. Не успеваю тут подойти. Не успеваю. А, щит, что так поздно. Не задебафил, ничего. Абадон спит. Я думал, он стан не снимет, а он даже не качал ничего, ладно. Вот, то есть это совсем другой уровень, ребят, совсем другой уровень. Это АПшки, понимаете, АП и ЦМ это два разных уровня игры. То есть в одной игре требуется просто ничего не делать, бегать как дурачок, а в другой игре требуется кунка с третьим и с первым спеллом. То есть незнание вот этой темы это как минимум, ну я не знаю, это луз ГГВП FF. То есть я примерно, думаю, объяснил вам, к чему я клоню, к тому, что не каждый может ворваться так. Написать, да там изи-катка и тому подобное. И попытаться выиграть эту игру. То есть вы так все думаете, что это на самом деле просто. Так, крип не агрится. Просто посмотрите, что с этим крипом.
крип не агрится. Вот, и как бы, ребят, надеюсь, вы поняли, о чем я вообще. Надеюсь, вы поняли. То есть эта тема такая, наживная, можно сказать. Тут нужно опыт. Нужно опыт, нужно относиться к этой теме серьезно. Соответственно, если вы думаете, что вы настолько сильный игрок, что можете просто написать в чате, ворваться и в итоге обосраться, извиниться просто потом, да нет, тут как бы не в этом дело, ребят. Не дело в том, что вы зайдете там, обосретесь и... То есть я к тому, что критика вот эта бестолковая, когда вы сами из себя ничего не представляете, не стоит как бы, ну, пытаться принижать других людей, которые кровью и потом пытаются добиться того, вот, допустим, хотя бы даже мизерно того, что я попытался добиться, я добился чуть-чуть. Сейчас, как обычно, хейтеры скажут: ой, ЧСВ, азец, что за ЧСВшные темы? Нет, я просто горжусь тем, чем я занимаюсь. Я пытаюсь вот подписчикам своим дать какие-то познания. То есть мне это интересно. И некоторые этого не ценят и не понимают, к сожалению. И начинают хейтить, душить просто. Это, ну, я считаю, это неправильно, ребят. То есть с вашей стороны это неправильно. А то, что я сейчас критикую, вот я, то есть я разворачиваю вот эту конкретную критику. То есть, ну, пытаюсь объяснить весь смысл вот этих игр, которые происходили, и количество хейта, вылившегося на меня. То есть, ну, я как бы, я сразу сказал, я пойду по фану, то есть я пошел с подписчиками, я сильно не собирал. Единственное, в ком я был уверен, это один игрок, лучший никнейм у него, вот. И я был в нем уверен, что он, в принципе, там засолирует, но тут как бы не пошло. На мид там тот не пошел, тот туда там кунка протупил там. То есть, ну, все это в общую тему и вылилось, в принципе, вот в такое вот дерьмо. То есть, ребят, ну, тут как пойдет, так уж пойдет. Уж поймите. И не хочу никого не хейтить. То есть я хочу, чтобы вы поняли эту тему. То есть, ну, по-человечески. То есть вся эта тема такая наживная. Давай, 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 давай. Хорош. Ну, если бы не оставил, было бы вообще excellent. Просто. Ну, тут масочка сейчас подъедет. То есть, ребят, не поймите, не сочтите там за ЧСВ, не ЧСВ. Нет, я всех уважаю просто, но не понимаю просто, почему люди себе позволяют так, ну, вести себя, так писать, там, изи, не изи. Очень много негатива было там. Ну, я даже, в принципе, не читал, но мне говорили, что писали, но, типа, там, овер такое дерьмо писали, что просто, ну, люди, будучи сами ничего не понимая в этой игре, позволяют себе, как бы, ну, очень много лишнего, ребят. То есть, я не хочу, чтобы так было. И, то есть, ну, я считаю это неправильно. При всем уважении, ребят, при всем уважении к каждому из вас, подписчикам, я считаю это неправильно. Такой хейт. Так, ребят, ладно. 4 минуты аналитики. Возвращаемся в игру. Играем с Нагингом, с подписчиками его. Просто по фану зашли. Порофлить, так сказать, в каточке. Ну, для контента решил записать просто обычно вот эту игру. Считаю, вам будет интересно, в принципе. Лего. Бежали. Коллега на низу. Добежим. По идее, если драка чуть подзатянется, там Лего бегает, я должен успевать тут, по идее, если нет стрим-снайпа у Ахма там. Хорошо. И пойдем сейчас сразу. Первый вкачаем и побежали. И побежали. Все есть. Есть фейзы, вся тема. Омник не хилит, начинается. То есть тема, ладно, поехали душить. Фейзы есть, можно поесть. Пробежим сюда. Дед встречает. Печалька. Ладно, все, погнали на центральное. Тини тут. Разогнулись с тиником. Найс, тут стаки стоят. Гоу, попробуем.
Сейчас стакнуть пацанам. Хоп. Хей, ла-ла-ла-лей. Говорится. Go в дефолт. Так, Аегис. Вот так перебросим. Хоп, хей, ла-ла-лей. Пойдет. Чё боишься? Бираджан. Чё боишься? Боится как огня. Боится как огня. Чё, манка, ТПшечка? Гоу. Омник 6-го левел. Ну могут, в принципе, за дуэльку тут меня. В принципе, забрать, затяпнуть дуэльку, но типа... Смысл таков, что у меня есть Аегис, я просто потеряю дэмэдж и все, в принципе, более ничего они тут не добьются. Хорошо. Тримит. Стрейфануться. Я просто буду. Братан, у меня фейзы. Что ты поделать, интересно? Ах, хорош. Буду размениваться. Пойдет. Отлично. Хорош, хорош. Оп. Тима супер пишет. Нет-то. А тирак! А тирак, би. 5, 4, 3. Как дела? Просто... А Егис есть, можно поесть Go Tower. Куда полетел Феникс? Не богаюсь, ты шо? Ребят, кто знает, как это делается фишка, пишите в комментах, я тоже знаю, как она делается. Это нужно спириты закидывать на карту. Соответственно, кто об этом знал, пишите. Будет информативно узнать, как много людей об этом знают на самом деле. На самом деле интересно, как много людей знают об этом баге, об этой фишке. В Санрей просто. Просто в Санрей. И. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уф, дилемма постоянно. Докачать второй или все же... Все же. Что за дела? Что за дела? Да, Егис. Сейчас уже кончится. Егис сейчас уже кончится. Пойдет. Ну, я не знаю, тут чисто... Это ГГ. ГГ вообще, репел, да? Я вот сейчас закуплюсь и гоу. Начинается у нас там файт, да? Ну, я отошел, сорян. Сразу. Сразу отошел, сказал, что я отошел. Гоу. Отойду. Не хочу умирать, пока что еще молодой. Еще молодой пока что. Чисто на мужчину. На мужчину. Просто на мужчину. С такими саппортами, как тут вообще можно сосать, я не понимаю. Это просто...
Тут ни насос, ни песос, тут просто ГВП и секатка. Эх, Кату как по процентам хреначит. Да, это не Урса с той каточки. Да, Фирущик? Не сочти под приколы, но незачем писать. Просто что я там изи. Там на миде стоит топ-игрок. Двух сезонов подряд. Соответственно, будет не изи. Ему будут помогать. И тут как бы... Тут я сомневаюсь, в принципе, в своих силах. Но я дал именно мид только потому, что у тебя контрпик, братишка. Контрпик, а именно Урса в миде алхимику вообще ничего не дают. Просто ничего. Понимаю. Понимаю. То есть, как вы понимаете, дело такое, что дел нет. Что там, команда файтится, можно пойти, в принципе, закончить, да, эту игру, я так понимаю. Лагю, пацанов, там лагю. Там пацаны чисто ганг отрядом бегают, я не знаю. Просто ладно, я снесу топ и к ним бегу. Надо с ребятами поиграть, а то соло тут не очень интересно. Как-то. Не очень интересно. 15-минуточка. Просто 15-минуточка. Так что, ребят, я честно хочу донести до вас то, что... Нужно быть людьми, человечными, понимать все. То есть, ну, не, чтобы не было такого, чтобы там, а, там, проиграл, значит, все, там, лох, там, а, днище, там, тотальное, вообще не играй в доту, удали, зачем ты вообще создал канал. То есть, это просто тотальный негатив, который действительно, ну, конечно, в каких-то моментах неприятно это видеть, да, я понимаю, проиграли, но это ведь, понимаете, не главное, как бы, победить, главное участие, но победа тоже, кстати, прикольно. Тоже, но, типа, смысл в том, что после какого-то микро-проигрыша, я тут аналитику читаю. И, то есть, как бы, ну, по-человечески нужно к людям относиться, и, соответственно... Чисто мой фейл. Зажжем спел, вдруг если начнется файт, чтобы я был заряжен. Не, я тут на камеру. Что такое? Хорош, хорош. Лучший хук в мире. О, мана, заехала. Мизи Рошан еще один, в принципе. Заигрался немного, затрандился, соответственно, поплатился сразу. Отдал свою команду, но они там тоже, в принципе, миллион лет стоят уже, я не знаю. Просто говорить, что... Тоже как бы, ну я не прав, да, соответственно, не играю с командой, но я пошел топ разменивать. Пофиг, в принципе. Они, ребята, знают, я надеюсь, они не обидятся. Но Нагинг любит, конечно, что-нибудь сказать. И конченый тиммейт опять там фармит на топе. Но я не знаю, я просто стараюсь как-то играть по тактике. Ну, душим мы их. Ну, неинтересно, просто будет изикатку сделать, потому что игры должны быть какие-то интересные. То есть, эта игра такая, знаете, в одну калитку все равно, но ну, хочется ее так подрастинному, не знаю, поиграть. Что там Абадон зажимается ультимейт, кидается репел. Хорошо. Хукер. Хукатель. Ты шо хукаешь меня?
жалко. Пойдет. Пойдет. Пятиминуточка. Ну не стал я хекс на нее давать, честно, пожадничал. Честно, пожадничал хексом. Эх, 4 хп. Херстоппер убил. Понимаю. Но я бы там... Мне стоило только подойти, я бы начал отхилиться. Так сказать, работаем, парни. За надо было на Лину хекса давать. Я не знаю, там парень тоже на линии что-то выпендривался, сидел. Поздно что-то. Что поздно, дурачок? Никогда не поздно. Никогда не поздно. И все равно парень пытается огрызнуться, то есть, ну, я не понимаю его вообще, честно. То есть мне неудобно выпендриваться с той стороны, что я как лицо, которое стримит. А он как лицо, который хейтер. То есть и выпендривается. Соответственно, тут вард стоит, ребят. Вард стоит, катас вард. Вард стоит. Ну и надо Лину задушить сейчас. Просто по-страшному. Надо только в нее прыгать. Давайте ей сразу хикса на лица. Тушить. Проигрывает тайминги Рошана, на самом деле. Забылся. Забылся. Вперед, да можно вперед, хоть назад. Есть второй. КД. Нету КД. Вперед, да можно хоть назад, бро. Да, Феникс полетел. Ой-ой-ой, герой обходит. Отойти. Эх, ничего не было там. Но глупый файт. Абы ничего не жмет, у Абы все кнопки были. У Абы все кнопки были. Надо бы КП делать. Феникс, да, рили зря, то он просто залетел-то на Санрей, я поддержал эту тему. И такое. Сейчас соберемся просто. Даже если будет камбэк, будет прикольно. Сейчас БКБ и поехал. В принципе, нечего бояться. Кого тут бояться? Ну, тут только... тут только этот... Омника. Омника закрою, в принципе, только нужна будет хелпа и все. БКБшку сделаю. Тут просто Урса без БКБ тоже не особо сильный персонаж. Что, они мид собрались до Талова? Ой-ой-ой. Там начинается, да, какой-то файт? Мид до Талова, да? Они мид до Талова. Пошли, Некролайт этот размень. Окей, я пойду поддерживаю. Окей, гоу.
Лину я не буду тут фокусить. Нужно... Ой-ой-ой, там Тини с даггером. Посмотрите, что делает. Хорошо, закрыл пацана, как обещал. Хорошо. Типа думали, камбэк сейчас будет. А просто правильно спозиционироваться не от чела на Фениксе, который бежит под Т-30. И просто сейчас выйти в мид. Сейчас будет хекс уже. ГГшка. Далее пушаем просто. Тавер не переагрится, буду долбить его просто. Сейчас БКБ на базе уже. Есть БКБ. Но главное линканул, что Скайт оф Вайс. Ой, какой риппер. Хорошо. Кто-то тут в инвизе. Дини. Здесь блокинг бар. Все, гоу. Топчик. Айс добиваем. Я не хочу, чтобы он закинул. Эх, башка. Хорошо. Сейчас пойдем омника надо. Я омника хочу закрыть, только надо настакать. Все, отойти. Гоу. Гоу сюда, ребят. Я не знаю, ребят. Б, отойдем. Есть все кнопки. Топ просто доломать и все. Все, гои. Или я просто прыгну омника, главное цепануть и все. Омника зацепил, зикатку получил. БКБшку успеет нажать еще, в принципе. Уверенно стоим. Ай, схукаешь. Запарил. Тини там в инвизе обдрошит. Обдрошит просто. ГГ. Ну, такая вот каточка, ребят. Просто каточка такая разминочная, плюс аналитика. Аналитика такая чисто, ребят. Ну, каточка для фана и аналитика просто для общего развития. Серьезно? Опача. Идет. Сейчас подловим немного. А баш сразу. Еще баш. Но это стан уже был.
Урсу с форстафом. Дебил на Одессе. Дебил на Одессе с форстафом. Сот урона, да? 786, найс. Ну, сколько в... Сколько 2.0 Fury Swipe? Берите, мне нахрен тут ничего не надо. Просто. Братан, стой! Мы же по-братски идем, тебе поговорить хотели. А объяснить, как ситуация на районе у нас? Свинья. Ну за своих и Ахмедов стреляю в упор, я не знаю. За своих Ахмедов стреляю в упор. Чисто в двор. За своих и двор стреляю в упор. Хорошо. Найс, Затар через форстафчик. Покатились. Ихало. Ну. Найс. Ну, ребят, не сочтите за этот... За вот такой какой-то хейт, не хейт. Просто, ну, хотел по-человечески выговориться, потому что некоторые ребята просто не понимают. Не знаю, начинают хейтить. Не разобравшись. Игра была как игра, в принципе. Хорошо. Боже, как же быстро он лупит. Урса плюс Муншарт еще. Надо найти Омника. Он в репеле бегает просто там же. Забил. Где Омник? А Омник-то там. Главное нажать все кнопки. Хорошо. Ой-ой, он выхукал там. Тяните, пуч полетел. Просто молодцы, молодцы. Где мой форстаф? Иди сюда. Просто. Уф, чуть не сдох. Ну такая, ребята, изи-каточка. Надеюсь, то, что я вам говорил, зайдет вам. То есть, как аналитика, честно, не хочу никого обидеть. Извиняюсь, если кого-то реально обидел. И просто прошу понимания, и все. Все, ребята, и все. Просто прошу понимания. Вот такая каточка с нагингом вышла. Ну, на изи развалили, в принципе, с Ахмой в команде. Это проиграть просто нужно быть дурачком. Всем спасибо за просмотр, ребят. До скорого.